Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру под названием The Forest. Погнали! Итак, сейчас я предлагаю немножко вымыться, а то у нас Кавертон Блат очередной. Вроде бы все нормально, отлично. И будем продолжать застраивать пещеры с каннибалами, потому что уже как-то они совсем озверели. Надо как-нибудь от них избавиться. По крайней мере, мы попробуем. Надеюсь, получится. Блин, опять птичку зарубил случайно. Ну, бывает, бывает. Чё поделаешь? Ничего, к сожалению, не поделаешь. Ну, как-нибудь справимся сейчас, я думаю. Так. И, на самом деле, сейчас пофигу, куда дерево полетит. В любую сторону, в какую бы ни полетел, нам пригодится любое бревно. И у нас на пляже еще осталось 3 бревна, но я за ними не пойду. Нафиг. В баню их. Ага, правильно строим. Главное потолок сделать. А дальше все будет супер. Так. Ага. Ну-ка. Супер. И сейчас мы быстренько деревьев наберем. И будет все просто замечательно. Самая сложная часть — потолок, потому что у нас там сверху еще один. Ладно, чтобы зря бревно не потратить. Какое вкусное дерево. Так. Пум. Ок. Все. Слушайте, по 5 деревьев дают. Что меня радует. Меня радует. Очень даже. Ну-ка. Не-не-не-не. Да нет. Так, так, бревна, давайте прогружайтесь, товарищи. Зашел в пещеру, называется, все бревна исчезли, сейчас будет опять прогружаться. Полчаса. О, отлично. Выплыл из воздуха таки. Теперь бы еще впихнуть бы это безобразие. Так, ну-ка. Не туда, да? Немного не туда. Так, где у нас тут бревна? Наверху их тут не может быть? Судя по всему, нет, да? А там? Тоже нет. Странно. Ну ладно. Рубим дальше. Че, я только за. И... Зачем мне предлагать фонарик включать? Мне он не нужен. Мне фонарик не нужен, не надо его. Оставь нас. Так. Ну, кажется, с крыши проблема возникает определенная. Но ничего, сейчас мы ее решим. Ага. Ну, 4 бревна не так уж хорошо, но ладно. Так, вот как бы нам доделать работу нашу. А то, конечно, тяжело тут застраивать пещеру, очень тяжело. Но я думаю, мы это сделаем. Почему нет, правильно? И не будет больше каннибалов, теоретически. Я, конечно, знаю, у них еще есть пещера, но мы попробуем застроить все, что есть. У меня здесь ничего нету. А что там бревно делает? Ну-ка. Не надо туда укатываться было. Не надо. Отлично. Еще здесь одно как-то оказалось. Так, по-моему, еще одно было. Ага, вот оно. Угу. Супер вообще. Все идет по плану. Значит, быстро застроим. Я думаю.
Ух, какой супер. Ну, давай рубись. Ай-яй-яй-яй-яй. Долго оно респаунилось. И все, 4 бревна. Да что ж вы будете делать, да? Ну ладно. Давно уж пора было застроить всю эту срань, на самом деле. Так. Только вот застроили мы с вами не полностью. Ё-моё. Ну ладно. Лучше, чем ничего. По крайней мере, мы все сделаем более подробно. Отлично. Ну-ну-ну, рубись. Рубись давай. Отлично. Я думаю, сейчас мы уже почти застроили все. Так, 4 бревна опять, ё-моё. Ну что так мало? Маловато. Так, а можно тут как-нибудь... Как-нибудь присобачить ее. Так, скажем. Так. И... Во. Ну, во, правда, всем каннибалам вход закрыт называется. Теперь главное поставить грамотно. Отлично. Заодно вырубим дерево вокруг их пещеры, чтобы им было не впопад этим засранцам. Что-то больше они не нападают, кстати. Видно, камеры закончились. Так что так вот. До новых камер. Ну, рубишься? Рубись давай. Так, и уже время. Время подходит. Предлагаю зажигалку включить. Вот, супер. Так, так. Я думаю, хватит, да, нам, чтобы достроить? Думаю, хватит. Да, слушайте. Ну, вообще, тут все. Тут уже без вариантов. Ну-ка. А если сверху попробовать? Багует, багует. Багует почему-то. Ну, ладно. Давайте мы сбегаем на пляж. Не понял, что за звуки. Еще дерево появилось? Да вроде нет. А, вон там осталась лазеечка. Блин, как я не заметил. Ну, это дело поправимое. Сейчас мы все сделаем для того, чтобы поправить ситуацию. И лазеечки у них не будет. Вообще. Так. Я думаю, что я так быстро все сделал? Необычайно. О, пускай с фонариком будет. Класс. Ну. Ой, ну опять придется наверх бежать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, игра. Ну зачем ты так? Ну за что ты так? А? Может не надо? Может не надо? Брюно, пожалуйста, будь добро взяться за дно. О, ну вообще просто жесть полная. Рядом все равно дырочка осталась, щелочка. Но она незначительная, я думаю. Ну все, пускай теперь попробует выбраться отсюда. Я буду рад понаблюдать за ихними каскадерскими трюками. Как они будут эту стену проламливать потом. Вопрос на 100 баллов, правда. Так, у нас энергия заканчивается. До пляжа-то мы успеем добежать? За бревном, за еще одним. Я думаю, успеем. Почему бы нет, правильно? Так, погода, конечно, испортилась капитально просто. Так, следующий вход у нас находится на пляже.
То есть до туда еще, в принципе, топать далеко. Очень даже. Ой, у нас еще одно бревно там. То есть всего тут 3 бревна валяется. Ну, будем помнить. Ок. Ок. Можно было бы здесь поставить поленницу, конечно. Но нафиг, нафиг надо. Мы сейчас пойдем делать варана, правда? Или кого-то пойдем готовить себе на ужин. И у нас почти все, энергия закончилась, да? Ой-ой-ой. Откуда? Тут-то появился говна кусок. Так, бревна. Где второе? Все. Кровь брызнула через 5 километров мне на линза моего фонарика. Ага, вот оно. Бери, сказал. Твою мать, да что за... Во, все. Надо было зажигалку зажечь, чтобы все сделал. Ёлки, тут целый гребаный патруль. Успеем свалить? А, они, судя по всему, с нами не хотят больше связываться, да? Окей. Так. Так. А почему не могу бревна класть? Так, да ты охерел, товарищ. Давайте так восстановимся. О. Самый лучший вариант, я думаю. Нет? Все равно энергии нету. Почему? А, холодно, холодно. Все, я понял. Давай. Ну, согрелся уже, что ли? Давай же, согревайся, товарищ. А вот теперь мы восстановимся, по идее. Нет, нихера. И что за дерьмо? А ну-ка, где наш топор? Пойдем кролика брать. Все. Есть? Есть. Че? Какой-то странный кролик, забагованный в инвентаре. Кролик прыгает вместе со мной. Блин, пошел за кроликом за забор, они тут, блин, целой стаей бегают. Ну ладно. Вопрос как бы решен. Почти что. Вроде бы. Да. А? Когда будешь готов? Будь готов. Так, бревна. Бревна. Вас положить нельзя. То есть забаговались поленница. Окей. Надеюсь, явление временное. И. Слушайте, а как насчет того, чтобы еще один огород поставить? В принципе, до пещеры-то мы еще всегда сможем добежать, правильно? Только еще бы найти, куда его поставить. Или же костер лучше. Давайте лучше костерчик сделаем. Надо дабы устроить нашу официальную комнатку. Вот так. А если камень? А камень в руки просто так не возьмешь. А, возьмешь. Все отлично. То есть бак работает и здесь тоже. То есть, получается, я могу теоретически сколько угодно костров таких поставить, да? Ну, правда, незачем. Ну, ладно. Жалко, что с бревном нельзя такую фишку провернуть. Или можно? Нет, наверное, нельзя. Наверное, нельзя. Нельзя. А где второе бревно? Нихера себе, исчезло, что ли? Да ладно. Только что жить было здесь. Да вы издеваетесь. Блин. Пропало. Сранье такое. И я предлагаю сейчас попробовать следующий вариант. Так. Вот так вот сделать. Потом стенку выбрать. Стенку, я сказал. Во. Поставить вот так. Не-а. Жму. Типа, использовать, да? Но все равно одновременно не используется. Давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.